15 аварий за день. Накануне вечером на республику обрушилась метель с ухудшением видимости до 1000 метров. Погодный коллапс накрыл Татарстан. Цепная реакция. Под воздействием перепада температур и 6 января рано утром рухнуло на забор. Порыв трубы принес с собой новую проблему. Подарим бойцам тепло. Они смогут и разогреться, и одежду разогреть, если сырая, и также пищу подогреть. В Нижнекамске начали массовое производство окопных свечей. Об этом не только прямо сейчас. В прямом эфире «Нижнекамские новости» в студии Вера Вирц. Здравствуйте. 16 аварий произошло накануне вечером во время метели. Никто не пострадал. Причиной тому послужила плохая видимость на трассах, снежные заносы и человеческий фактор. Погодные условия в Татарстане стали ухудшаться во второй половине четверга. К вечеру они достигли своего пика. Всю ночь и сегодня утром коммунальные службы расчищали дороги в городе. Работать они продолжают и сейчас. Сегодня ситуация на городских дорогах заметно улучшилась. Всю ночь и днем работники коммунальных служб их очищали. За прошедшие сутки было вывезено 330 кубических метров осадков. В четверг в городе наблюдался обильный снегопад. Накануне вечером на республику обрушилась метель с ухудшением видимости до 1000 метров. А порывы ветра достигали до 23 метров в секунду. Образовались снежные заносы. На федеральных трассах было ограничено движение для междугородних автобусов, такси и грузовиков. Однако на внутренних дорогах ситуация хуже. Из-за ледяной колеи под снегом машины выбрасывает на встречную полосу, разворачивает. Да и водители в спешке могут попросту переоценить свои силы. Так, за прошлый вечер в городе и на подъезде к нему было зарегистрировано 16 аварий. Инспекторы ГИБДД дежурили на опасных участках, в которых никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. В пятницу и выходные дни не забывайте об осторожности. Соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегайте хаотичного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков. Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь световозвращающие элементы на верхней одежде, быть внимательными при переходе дороги. Всего сегодня для уборки магистральных дорог и дворовых территорий вышло 90 единиц спецтехники. Пешеходные переходы, остановочные павильоны и дворы убирали 535 рабочих и дворников. Светлана Шумкова, Максим Липин, новости НТР. 36-летняя нижнекамка поверила телефонным мошенникам и потеряла больше миллиона рублей. По словам потерпевшей, во время новогодних каникул ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что кто-то оформил кредит на ее имя. Затем девушке пришло сообщение о том, что кредит был успешно закрыт. Но в документах не сходились даты. Это насторожило женщину. Далее она получила СМС, в которых было сказано, что ее кредит на сумму более миллиона рублей готов к выдаче. А вскоре она увидела списание денег с ее карты. Кроме того, в личном кабинете банка были активированы виртуальные карты. На некоторые переводились денежные средства. Потерпевшая обратилась в банк. Ей объяснили, что это работа аферистов. В итоге нижнекамку обманули на 1 миллион 79 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уважаемые нижнекамцы, напоминаем о том, что сотрудники банков либо иных организаций не совершают звонки посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram. А для решения каких-либо вопросов вас просто пригласят в отделение банка либо отдел полиции. Чтобы не остаться без денег и не оформить на себя лишние кредитные обязательства, выход один – прекратить разговор. Все школы республики в этом году переходят на обновленную систему электронное образование. Минцифры Татарстана информируют, что отслеживать оценки и расписание детей можно будет на сайте msedu.tatar.ru и в приложениях «Моя школа. Дневник» и «Я школьник». Сообщается, что педагогам стало доступно гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса. Систему уже опробовали в пилотных школах. Вход осуществляется
начисляется через детскую учетную запись на портале Госуслуг Российской Федерации. Но многие родители заметили неполадки. Кто-то не может зарегистрироваться, у кого-то отображается другой ребенок. А учителя то и дело не могут выставить оценки. Накануне прошло республиканское родительское собрание в онлайн-режиме. Там были разобраны все замечания. Посмотреть его можно на странице Министерства образования и науки Республики Татарстан во ВКонтакте. Стоит отметить, что обновленная система электронного образования вызвала много споров среди родителей и учеников. Многие попросту не смогли зарегистрироваться в личном кабинете. Это подтверждает и опрос, который мы провели в нашей группе во ВКонтакте. Тех, кто смог войти в систему, 41%, и ровно столько же людей сделать это не смогли. Еще 17% опрошенных признались, что системой не пользуются. Дерево рухнуло прямо на забор, а все из-за халатности работников водоканала, уверены представители Московского гуманитарно-экономического института. Поскольку об аварии они сообщили еще в прошлом году, но вот службы отреагировали только сегодня. Вера Муратова тему продолжит. Сегодня тут кипит работа, хотя яму сотрудники водоканала на территории института МГИ раскопали еще 29 декабря прошлого года. Чтобы приступить к замене гнилой трубы, в образовательном учреждении пришлось отключить отопление. Но эта авария доставила еще одно неудобство. Эпицентр другой проблемы находится за территорией института. Изначально о том, что на данном участке трассы происходит что-то неладное, сигнализировал именно этот колодец. Из него начал валить густой пар. Дерево простояло ровно 9 суток под воздействием перепада температур, и 6 января рано утром рухнуло на забор. Дерево сейчас не представляет никакой угрозы. Его распилили на кусочки. Ущерб причинен только учреждению. Но вот в какую сумму влетит замена ограждения, пока неизвестно. Меня просто удивил сам факт того, что они приехали 29-го, раскопали, оставили. Почему не делается это все одновременно? Ну, примерно я понимаю, что разные бригады и так далее. Но, тем не менее, если бы 29-го все бы устранили, не произошло бы вот этого инцидента с деревом. Вот такая, скажем, халатность своего рода не привела к каким-то последствиям. Ведь дерево могло упасть и в другую сторону. Не на наш забор, а на проходную часть. Там дети ходят и в институт, и в кванториум. Что обошлось все благополучно, без жертв. Забор вроде как пообещали восстановить представители водоканала. Есть только устная договоренность, рассказала Татьяна Макарова. Закончить восстановительные работы служба должна сегодня. Там установят на стыках компенсаторы, чтобы в последующем избежать поломок на трассе. А вот почему рабочие не сделали все сразу, объяснили так. Приоритеты были другие. Ремонтировали там, где это было нужно сделать в первую очередь. Вера Муратова, Александр Лихачев, новости НТР. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР-24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР-24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19:00. Там же ведется круглосуточное вещание телеканала «Татарстан-24». Опубликовано расписание движения нового автобусного маршрута номер 45. Курсировать он будет с интервалом примерно в полчаса. Первый автобус с остановки 45-й микрорайон отправляется в 6 утра. Последний в 17:46. Время отправления от ПАО НКШ в 6:35. Первый и последний в 18:21. Полное расписание сейчас вы видите на своих экранах. Следует обратить внимание, что в субботу и в воскресенье рейсов нет. Буквально дарят тепло бойцам. В Нижнекамске по просьбе военнослужащих начали массовое производство окопных свечей. Это простой и недорогой способ согреть блиндаж или приготовить пищу в полевых условиях. Расход таких изделий в зоне проведения СВО большой, поэтому и нужно их очень много. О том, как их делают и из чего, в материале далее. Это идет вот как раз картон, который идет как фитиль. Он как фитиль для разгорания и сам парафин. Все это закладывается в жестяную банку и получается на выходе та самая окопная свеча. Минимум трудозатрат, а вот польза от таких изделий бесценная. Например, вот такой банке горение будет 8 часов. 8 часов, представляете? Это 8 часов они смогут и
разогреться и одежду разогреть, если сырая, и также пищу подогреть, и свет будет. Волонтеры из поискового отряда «Нефтехимик» готовят окопные свечи прямо дома. Банки собирают у соседей и знакомых, иногда их приносят неравнодушные люди. Именно Ольга Ланцова и была инициатором массового сбора в городе жестяных банок. Ее идею на видео озвучил ветеран боевых действий, участник боевого братства. Призыв тут же разлетелся по соцсетям. Банок собралось много, теперь появилась новая потребность. Сейчас большая такая надобность – это в парафине, потому что заводы поняли, что это идет, многие закупают, и цены повышаются, а это все закупается на свои средства. Только этими двумя волонтерами за декабрь было изготовлено 150 окопных свечей, которые уже едут в составе гуманитарного груза к нашим бойцам на передовую. Желающих помогать, к счастью, немало, но и потребность в окопных свечах всегда высокая, особенно в период холодов. Сбор жестяных банок продолжается и в пункте сбора на Химиков 72Б. Собрано на сегодняшний день более 30 мешков, которые мы передали. Ну, в основном в деревне, кто занимается ими, это и деревня Благодатная, Минькина, совхоз Трудовой. Ходят и бабушки по 2-3 баночки несут из дома, есть целыми подъездами, домами собирают и приносят. Волонтеры просят помогать и парафинам, это основной ингредиент окопных свечей. Впрочем, и картон тоже не помешает. Все это можно приносить в пункты сбора гуманитарной помощи, в общественные центры микрорайонов, в том числе по адресу Химиков 72Б. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Александр Лихачев, новости НТР. 114 фонарей установят от Вахитовского кольца до кольца проспекта Мира. Поставщика услуг уже определили. Ему удалось выиграть тендер. Он предложил выполнить работы почти за 9 миллионов рублей. Эта сумма оказалась ниже первоначальной, указанной на портале госзакупок, почти на 1 миллион. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 400770. Напишите нам через сайт ntr-24.ru или по WhatsApp на номер 8-917-93-73-077. А вот о чем мы расскажем во второй части выпуска. Фестивали, конкурсы среди учителей, форумы и семинары. Это всегда учитель остается учителем. Мы всегда с детьми, всегда за воспитание, за хорошее образование. В Нижнекамске сегодня закрыли год педагога и наставника. В компании олимпийских чемпионов. Нижнекамская лыжница Айсылу Шарапова приняла участие в звездной шоу-гонке. Фестиваль педагогики, конкурсы среди учителей, форумы и семинары. В ДНТ сегодня подвели итоги года педагога и наставника, объявленного в Нижнекамске в прошлом году. Основной его посыл в том, чтобы повысить престиж профессии учителя. Для учителей, педагогов, воспитателей и директоров школ был организован праздничный концерт. В торжественной обстановке федеральными и республиканскими наградами отметили лучших в профессии. 9 молодых учителей выиграли гранты «Наш молодой учитель». Кстати, сегодня в городе ведется большая работа по привлечению молодых специалистов. Для них действуют меры поддержки. Сейчас в Нижнекамске трудятся 300 молодых учителей. Ежегодно на работу принимают от 60 до 80 вчерашних студентов педвузов, из которых 85-90% остаются в профессии. Это хороший показатель. Также во время церемонии были награждены ветераны педагогики и те сотрудники, которые не относятся к системе образования, однако принимают немалое участие в воспитании детей. Мероприятие состоялось с участием главы НМР Рамиля Мулина. Основная задача была все-таки повысить статус педагога, наставника. Максимально, что от нас зависит, мы же постарались сделать. Были конференции, были концерты, были чествования. То есть очень было много мероприятий. Надеемся, действительно, общество поняло и повернулось лицом к учительству. Но несмотря на то, на это всегда учитель остается учителем. Мы всегда с детьми, всегда за воспитание, за хорошее образование. Всегда какие-то новшества, мы это принимаем и хотим, чтобы все-таки наше образование было лучше. Сегодня я в первую очередь хотел бы выразить слова благодарности за ваш труд, беззаветный труд. Будущее этого города – это
Образование – это те, кого мы будем воспитывать, и от того, как мы будем воспитывать, будет зависеть наше будущее. Поэтому огромное спасибо за ваш труд. Мы прошли тяжелые времена 90-х годов, когда вы остались верны своей профессии. Я вас всех уважаю, всех люблю, и максимально постараемся сделать так, чтобы профессия учителя в нашем городе была уважаемой и востребованной, и, самое главное, благородной. В кругу коллег, друзей и почитателей сегодня в Центральной библиотеке имени Габдулы Тукая прошел юбилейный вечер Суфияна Мингазова. Члену Шуры Аксакалов, ветерану педагогического труда, писателю исполнилось 90 лет. Несмотря на весьма преклонный возраст, Суфиян Мингазов продолжает вести активный образ жизни. Он регулярно встречается с молодым поколением, пишет книги, а его статьи частенько можно встретить на страницах единственной в городе газеты на татарском языке «Туганьяк». А еще мужчина прекрасно играет на итальянском музыкальном инструменте мандолине. Секретом своего долголетия Суфиян Мингазов поделился с нашей съемочной группой. Я никогда никому не вредил, никогда плохого не делал. Всегда старался что-то сделать. Так, вот, во-первых, я сам спокойно был. Во-вторых, люди. И, во-вторых, я любил работу. Вышла на трассу в компании олимпийских чемпионов, членов сборной России и ветеранов лыжного спорта. Нижнекамка Айсылу Шарапова накануне приняла участие в шоу-гонке. Звездная эстафета прошла в Казани в рамках 5-го этапа Кубка России. 14-летняя лыжница бежала на 4-м этапе и помогла своей команде завоевать бронзовые медали. Тему продолжит Александр Халин. Ну, то, что Уран, конечно, добежала. И не просто добежала, а еще и принесла своей команде бронзовую награду. Пересматривая видео, Айсылу Шарапова снова и снова погружается в атмосферу вчерашнего дня. А он для 14-летней лыжницы точно будет одним из самых памятных в жизни, ведь она вышла на одну трассу с олимпийскими чемпионами и членами сборной России. Ощущения были... Круто то, что я могу соревноваться с этими людьми, то, что я их до этого видела только в телевизоре, а сейчас я их увидела всех вживую, это было круто. Замотивировала тренироваться больше, стать сильнее, выйти на такой же уровень, как они. Я буду стараться. Шоу-гонка с олимпийскими чемпионами проходила в Казани в рамках 5-го этапа Кубка России по лыжным гонкам. К слову, организаторы не только пригласили для участия юных лыжников, но и дали им возможность при помощи жребия самим сформировать свои эстафетные команды. В моей команде первой стартовала Ольга Жолудева. Она пробежала неплохо. Вторым был Ившин Андрей. Он также недалеко от первого места нам привез. Затем третьим бежал Исмагилов Айдар. Он передал мне третий. Я также третий доехала. Мне все очень понравилось. Атмосфера была очень дружная. Было в форме праздника. Все друг друга поддерживали. Мои товарищи по команде меня похвалили. Сказали, что я большая молодец. Конечно, получить похвалу от призеров и победителей международных турниров дорогого стоит. Кстати, в таком лыжном шоу Айсылу участвует во второй раз. Если вдруг будет третий, то вот она, ее сборная мечты. С Аленой Барановой, может быть, или с Дашей Непряевой. А из мужчин... Может, с Савелием Коростелевым. В свою очередь, 5-й этап Кубка России в Казани продолжается. Впереди у лучших лыжников страны еще 2 соревновательных дня. Завтра пройдут спринтерские гонки, а в воскресенье состоится 20-километровый скиатлон. Наш город на этих соревнованиях представляет 7 спортсменов, так что нижнекамскому зрителю есть за кого поболеть. Александр Халин, Максим Липин, новости НТР. Далее информация рекламного характера и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Позитивных вам выходных. В субботу 13 января в Нижнекамске синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 24 градуса. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье погода останется без существенных изменений.